Нашему району повезло с местоположением. Для полноценного летнего отдыха на районном побережье Азовского моря есть прекрасные возможности. И не воспользоваться ими было бы грешно. Муниципальный детский оздоровительный лагерь «Ровесник» в Ачуево работает все лето для того, чтобы здесь отдохнуло как можно больше славянских детей. Погода в день открытия первой смены просто отменная. Майское солнце уже хорошо греет, но нет еще испепеляющей жары середины лета. 90 юных славянцев со всех уголков района, которые добились успехов в учебе, творчестве, спорте, приехали сюда, чтобы хорошо отдохнуть. Ребята проведут здесь 18 дней вместе и станут одной дружной семьей. Сплотятся здесь, получат энергию от солнца, от моря, от общения и силы для того, чтобы им потом продолжать учебу в следующем учебном году. В программе есть и трудовая деятельность на благо лагеря «Ровесник». Ребятам приятно принять участие в посильных работах. Работы здесь много. Это и уборка территории, это облагораживание клумб. У них есть большой участок земли, который также требует ухода. Поэтому полив будет осуществляться ребятами. Ну и обязательно пятиразовое питание, море, если будет, конечно, позволять погода и будет теплая вода. Ну и игры, всякие мероприятия очень интересные. Сразу же после открытия лагерной смены «Энергия будущего» началась развлекательная программа. Конечно, все это не может не нравиться. Настроение просто прекрасное. Сейчас мы проходим станции, играем в игры, в общем-то, наслаждаемся отдыхом. Вот. Хорошо здесь? Да, прекрасно. Ребята здесь подобрались активные, способные на выдумку, креативные. Для них созданы отличные условия для отдыха. Я думаю, что за лето очень много ребят оздоровится, пропитается общественной деятельностью. И в новый учебный год они войдут с новыми силами. Итак, сезон успешно стартовал. Впереди будут новые смены. Впереди у юных славянцев, которые побывают в лагере «Ровесник», 3 замечательных летних месяца. Они отлично отдохнут, приобретут новые знания и навыки, обретут новых друзей. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».